В акции активное участие приняла и Анапа. Всего на курорте восстановили и привели в порядок более 50 памятных мест и объектов. Организовывалась работа непосредственно по покраске, санитарной очистке памятников, ремонту, побелке, посадке цветов. То есть все это делалось не руками специальных служб, а молодежью города, школьниками, либо студентами, либо активистами и жителями нашего города. И это была основная задача — привлечь именно людей к пониманию необходимости данной работы. Специалисты по работе с молодежью отмечают, в последние годы активность у подрастающего поколения существенно увеличилась. Ребята сами выражают желание внести свой вклад в сохранение памяти. Кроме того, специальная краевая комиссия отметила, что анапчане очень ответственно отнеслись к благородной миссии.